Всем привет, дорогие друзья! В этом ролике продолжим мы рассматривать тему фрибута. Смотрите, если вы все как бы выключали, да, то есть делали паузу в этом всем процессе, то есть мы проверяем все заново. Мы ставим программатор, вот этот вот рычажок, в левое положение, подключаем программатор, то есть сначала подключаем программатор к компьютеру, только после этого подключаем блок питания к боксу. Если вы закрывали программу, то есть понятно, что все делаем сначала, то есть мы сначала загружаем наш считанный NAND в графе load source, там мы выбираем NAND 1, в load extra выбираем NAND 2, ставим галочки glitch 2 и CR4, ставим тут тоже отметку. Все, далее жмем create ECC, процедура очень быстрая, значит, вот эта вот кнопочка, жмем ее, все, у нас после этого создается вот этот файл image, вот, после этого жмем write ECC. Процедура тоже быстрая, как бы по сравнению с NAND, то есть это намного быстрее все у вас пойдет. Я тут, кстати, даже не перекручивал, как бы не ставил на ускоренную прокрутку. Все, как бы после этого, что я рекомендую, сохранить вот этот файл image. То есть вот у меня, как в первом ролике, помните, я рассказывал о том, что стоит сделать копию вот этих всех файлов NAND и так далее. То есть я во вторую папку сейчас просто скопирую вот этот image. Все файлы у меня уже там уже есть. Вот. Все, как бы. Ну и на всякий случай я также вам советую зайти в Tools. Вот здесь вот в JRunner. Сейчас я вам покажу. SMC Config Editor. Вот, значит, здесь вам какая информация нужна будет. Reset код, на всякий случай запишите где-нибудь себе в блокноте. Вот этот, в данном случае у меня это 2x UD. Это тот, как бы, пароль от родительского контроля. На всякий случай, мало ли у вас он был установлен. И все, как бы, на всякий случай также жмем вопросительный знак. Вот этот вот. Если у вас в отчете все вышло как бы без ошибок, то продолжаем дальше. В следующем ролике поговорим о прошивке глича и выйдем в Excel Reloaded. Ну, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.